Привет, меня зовут Максим, и это история о моем мотоцикле. Короче, я приехал. Хорошо, что доехал. На вот таких вот тормозах. Ну, скажем так, здесь это выглядит вот так. А здесь, аж с этой стороны видно будет. А здесь это выглядит вот так. Вот эта гаечка, вот это болтик. Заводская сборка. Хуйнял. Шинима хуйнял. Хуйнял. Уши хуйнял. Уши хуйнял. Ну, примерно вот так оно на своем месте должно быть. Здесь это все. Буфтик болтается. Сейчас затянем. Ну, собственно, задний тормоз подтянут. Больше не болтается, но в пределах только направляющих пальцев. Передний тоже подтянул, но он был нормально затянут. Собственно, все отлично. Поедем проверять ходом.